родителей, купца с купчихой, дочку замуж отдают за царского сына. Младшего брата и угодила в болото вязкое, да глубокое, прямиком в лапы кликушки, квакушки. Печалился Иван-царевич, как ему на лягушке жениться? А она ему молвит человеческим голосом: ты, Ваня, от судьбы своей не отрекайся. В жены меня бери, раз стрела твоя такой путь указала. Пришла царю весть, что вернулись царевичи домой.